Европу пришло Рождество. Значит, и в Болгарии его уже встречают. Накануне этого светлого праздника в Варне прошел концерт, в котором принял участие хор, руководимый Страцимиром Павловым. Страцимир Павлов имеет степень бакалавра как дирижер. Он известный композитор, аранжировщик, и с его именем связано очень много интересных музыкальных проектов. А вот участники хора – это люди, принадлежащие к разным поколениям, от 4-5 лет и до очень мудрого возраста. Некоторые из них даже на сцену с палочками вышли. Есть среди хористов и те, которых у нас принято называть «люди с ограниченными возможностями». Но прекрасная музыка и любовь к жизни стирает все грани в возрасте, преодолевает все ограничения. Вместе с участниками этого прекрасного рождественского выступления я желаю вам счастливого Рождества!